Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня, друзья, такой день. Дома нечего кушать. Пробежали с работы, голодные, уставшие. И делаем с мужем маленький перекус. Какой перекус? Смотрите, оставайтесь с нами. Все-все-все сейчас покажем. У нас вот таких есть два лавашика. Колбаска, охотничьи сосиски, вареная колбаска, сырочек, майонез и кетчуп. И сейчас муж делает очень-очень вкусные. Ты же хочешь без кетчупа? Я хочу без кетчупа. Я хочу с майонезиком. Ну, это майонез горчит, и тут непонятно что, какая смесь. Главное, что будет вкусненько и сочненько. Да, она идет. Как раз на одну. О, нет, чистый майонез. Майонез? Прикольно. Так, друзья, не хочется переводить, что там написано. Нам все равно. Мы такие уставшие, голодные. Съели бы слона. Потом берем кусочек сыра. Так. Я его просто разрываю. Наверное, вот так вот. Берем колбаску. Обычная вареная, докторская называется. Хватит тебе такого кусочка? Хватит, хватит. И все. А можно мне еще сыра сверху? А как ты догадалась? Ну, ты же знаешь, как я его люблю. Все, я вот таким макаром вот берем, заворачиваем. Колбаса в лаваше. Мне уже нравится. Маленький лаваш, надо уменьшать. Уменьшать колбаску? Ну, мы сделаем ее, уменьшим. Вот таким. Все по-спартански. Оп, все нормально. Все равно. Теперь это все завернется. Это все завернется. Думаешь, не вытечет? Нет, я положу его вверх. Все, вот один у нас готов. Берем второй листик. Так же самое. Берем сыр. Ты без майонеза хочешь? Нет, я сделаю наоборот. Майонез положу вовнутрь. Вот так вот, чтобы вам понятно было. Да, вот так вот. Вот такой майонез тоже. Это все вот с фастфудов у нас. Одноразовые. Да ешь ты, Матрюш. Ну, чего, они хорошие. Не, чего? Они хорошие, просто что? Порционные. Тебе с охотничьей или с докторской? Все равно, давай-то. Давай охотничью приготовлю тебе еще. Возьмем мой ножик. Крутой. Хороший. До крутого оно далеко, но это хороший. Один из хороших ножей. Делаем слайсы из колбаски охотничьей. Красивенькая. Она еще вкусненькая, в микроволновке греешь и так горяченькую кушаешь. Объедение. Вот такие слайсы делаем Анатолий Романовне. А у самого слюни текут, тоже голодный как-никак. Все. Дальше у нас идет сыр. Опять слайс сыра. И накрываем это все сырком. Сыр расплавится. И давим еще майонез. Вкуснотища? Не знаю. Все края макнули, повернули, завернули, положили и загнули. Вот. Все. Хороший лаваш, не лопается, да? Второй готов. Теперь запускаем наш гриль. Да, любимая печечка. Наш аппарат. Бумажку ложим, чтобы оно не пригорало. Бумажка уже рабочая была. Я тут жалил себе. Вкусняшки? Да. Ну вот, сейчас нагреется и включимся. Так, друзья, гриль наш нагрелся. Ложим наши бутербродики. Два штучки. А я думала, ты шел вниз. Это не имеет значения. Нет, ну чтобы не вытекало. А. Прикрываем и накрываем. Все,
И ждем минут 5-7. Ну, контролируем, да, процесс? Ну, да, да. Вылажим. Давай. Так, друзья, смотрим, что у нас тут уже дымится. Ух, красота. Видите, друзья? Сейчас мы... Ой, жататури-трататури. Гриль весь, скажи. Да, жататури-трататури. Вот, друзья. Вот такие вот бутерброды. Колбаса в лаваше. Очень нравится уже. А теперь пожарю сосиски там. Да? Да, я захотел пожарить тут сосисок. Артур экспериментатор. Ну, что, как будет, так будет. А копченую не хочешь добавить? Нет, она по составу другая, я ее потом Хорошо. Положу. Ждем. Что же у нас будет? Ох, интрига, так интрига. Лопается, хорошо, подождем еще пару минут. Так, все, достаем наши сосиски. Видите, как их порвало прикольно. Это очень вкусно. Я так обожаю. Наташа тоже. Все, достаем. Вот такие вот сосисочки. Наталья Романовна уже топчет, сидит. Я уже доедаю первый, не знаю, сэндвич, бутербродик такой сырный. Как это вкусно, плавленый сырок. Смотрите, ням-ням. Ой, вкуснотища. Горяченький. Приятного аппетита. Спасибо. Очень вкусно. Пальчик я оближу. Так, друзья. Я делал лоб. Ну, решил еще вот таких колбасок немножко поджарить. Охотничьих. Тоже лопаются, классненько поджариваются, вкусненькие, вообще бомба. Сейчас дожарится еще пару минут. Буду вытаскивать. Накрываем. Так, друзья, ну вот такие вот сарделечки, сосисочки охотничьи. Как бы, ай, горяченькие. А, супер просто. Все, будем кушать. Ну вот, друзья, мы накушались, даже, можно сказать, немножко переели. Все было очень-очень-очень вкусно. Даже не доела. Даже, да, капелечку не доела, места нету, но попозже я дожую. Я смотрю, фух, хочется упасть и отдохнуть. Спасибо всем, что были с нами. Поддерживайте нас, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте подписаться. Всем пока-пока, до следующего видео.